пространство выгнуто, как парус, везде закон его таков, и составляет верхний ярус большие лица мотыльков. Покуда мы еще над бездной по пленке тоненькой скользим, своей печалью безвозмездной мы Божий мир не исказим. Жизнь, как вопрос неразрешенный, мы оставляем на потом, и дятел разума лишенный, и рыбовод с открытым ртом, похожи на ключи и скважин торчащие, и видно им, как человек обезображен и сыт неведением своим.